Ролик скинули, посмотрите, называется «Оставили ребенка у бабули на пару дней». Ну, бабуля-то так-то одета, как-то не по-христиански все. Ну и вот этот ролик, он не в Ютубе стоит-то, где-то в другом месте. Его никак нельзя снять. Я даже не знаю, как копию-то снять. Еще она говорит. Не расслышал? Не слышал. Ну вот он говорит, мальчик, сколько? Ну, года три. Четыре, да? Ну да, дед. И вот он, смотри, как машет кадилом, и как голос возвышает, и как одетый, а куча игрушек, а он это не играет. Он то ли слова не запомнил, рев, зев и лупоглазие Репина говорит. И он, смотри, как и головой кивает, главное, и машет как, и так же непонятно кричит еще. Это не, это вообще бесподобно. И считает, у него тут синодик свой в руках. Прекрасно. Дьякон настоящий. На бабу посмотрела. И как он голос-то возвысил. Вот почему говорят евреи, говорят, дай ребенка до 4 лет, а потом что хотите делайте. В ИГИЛ вот набирает таких. А я знаю, тут некоторых ребятишек, они просто со стола надевают на себя, говорят, а дальше в руки возьмут что-то и машут. А родители, бывает, дают ему настоящую кадильницу. И он оттуда выходит, он сделал там где-то заходить, себя отделил, как алтарь. А сестренка-то больше выходит и руку подает, и целуй. Мы смотрели, ну надо же так. А тут у нас приехал этот священник-то, Желтухин Александр-то, а ребятишки-то один другому. Он говорит, гляжу, говорит, играют. Один говорит, давай, я, говорит, дядя Игнатий будет, а это отец Аким. И они теперь, кто из них главнее между собой-то, тот проповедь будет говорить. Ну, что скажешь? Это не просто так. Замечательный парнишка. Его надо пометить, он диаконом будет. Ладно, все на этом. Богу слава. Слава Богу, да. Субтитры сделал DimaTorzok.